Всем привет! Так, у меня сегодня сазан жареный, сазан жареный. Ну, конечно, я это все не съем, естественно. У меня дома мини-мини зоопарк. Тут у меня просто вода, просто сазан и лучок зеленый, да? Ну, давайте попробуем, продегустируем, так сказать. С этого, да, начнем. Это мне ужин. Будем есть не спеша, да? Мухи летают. Коты бегают рядом. Всем интересно, что эта женщина тут делает, да? Очень вкусно, в меру соленый. Брыс. Брыс, нельзя. Сейчас скажу. О, кочка на столе, кочка на столе. Ужас, ужас. Да? Ладно, кошечке дадим, чтобы не смотрела на меня такими глазами. Я же не понимаю, что я мукбанг снимаю. Надеюсь, меня будет хорошо слышно. Вкусно. Она немножко простоялась. Конечно, в идеале ее есть горячая, да? В горячем виде, прям, когда она хрустящая. Ну-ка. Вот когда она горячая, только-только. Она такая хрустящая. Чавкать надо научиться, да? Что-то мне вообще ни хрена не слышно. Решила, буду иногда вести такие разговорные мукбанги, кстати. Да? Но я не люблю рубрику «Вопросы-ответы». Можем просто поболтать. Ни о чем. Или о чем-нибудь. С лучком прям залетает, да? Меня там салфетка. Подальше вытираю руки. Вот этот микрофон у меня, она оказывается чувствительная, да? Вот этих, в этих местах тут, конечно, много костей, да, мелких. Будем аккуратнее. Как бы не подавиться, да? Нет, давай, это место я есть не буду, конечно. Это мы можем сидеть час, смаковать, да? Обсасывать каждую косточку. Ну ничего. Есть можно.
Ем без хлеба, потому что с хлебом я быстро наедаюсь. Еда-то сытная, да? Вот окрошку я ем с хлебом. Почему? Она из-за того, что она суп овощной, да, салат. Ну, прям так заходит. Очень много косточек. Палец прокусила. Кто-то голодный. Прям у меня свекровь прям так жарит, прям очень вкусно. Я, конечно, сама так не умею, но прям она умеет выбирать рыбу в рыбном, да, там рынок или магазин. А я нет, я не умираю. Ой, не умею выбирать рыбу. Пошли ляпы. Ну, жарит она, конечно, рыбу прям. Я люблю только такую рыбу. Я ем только рыбу, которую она пожарила. Конечно, я была не голодна в то время, когда она только зажарилась. А так, конечно, было бы еще интереснее, да? Такой хрустящий. На улице 33 градуса жары. Сказал приятного аппетита, да? Надеюсь. Ну, конечно. Можете задавать некоторые вопросы, да? Некоторых. На некоторые вопросы я, естественно, могу ответить в комментариях. А если есть такие конкретные вопросы, ну, не знаю, там что-то серьезное, могу ответить в видео. Ну, а так, конечно, мы часто общаемся на стримах. Поэтому иногда бывает, да, не о чем говорить на видео. Но буду иногда что-нибудь рассказывать из своей жизни. Муха. Ну, если интересно кому. Вдруг. В принципе, наелась. Сейчас дожую. Спасибо вам всем за лайки, за комментарии, которые вы написали под прошлым мукбангом в машине. Мне очень приятно, очень понравилось. Это прям, знаете, это мотивирует. Все, мы наелись. Ой. Все, всем пока. Увидимся.